Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Сейчас ехал со встречи с Российской организацией слепых от Виктора, с которым у нас было интервью. И в машине слушал ретро-ФМ. Там как раз встреча была с этим, с поэтом-песенником. И вот последовал такой вопрос, как сочинять стихи. И я решил на эту тему сделать видосик. Я сочиняю каламбуры, стихи, стихи для песен, потом что еще. И одно из наиболее сложных – это изложение знаний в стихах. Это такой средневековый «следить за своим собственным здоровьем». Вот что, чтобы сказать теперь о стихах, вот так, мое мнение. Есть стихи, конечно, вы там сочиняете, есть как-то они быстро идут. Есть, надо над рифмой как-то вот подумать, не просто так. Например, я услышал фразу «Когда на улице Дубарь». Эта фраза мне понравилась, и я ее развил в стихотворении «Когда на улице Дубарь». А это верно, ведь январь, ты лучше дома посиди, попей чайку, смотри в окошко, голодных птичек покорми и облом чуть погрусти. И далее, так сказать, по Пушкину, по Пушкину. Кто слышал, тот знает. Ну, то есть фразу. И в уме иногда, знаете, полезно какую-то, опять-таки, фразу крутить. Вот, например, у меня каламбур родился. Но и после этой даты, но после этой даты, но после этой даты, что после этой даты? И такой каламбур. Но после этой даты оказался он под датой. И не важно, что за дата, главное, она под дата. А когда она под дата, нам сойдет любая дата. То есть крутите, и как-то, знаете, сознание, что самое интересное, оно само вам начинает подбрасывать разного рода слова, ритмы. Это такой интересный процесс. Вот вроде бы сел, ни о чем там не думаешь, а думаешь, ну что-то там такое сочинить. И как бы сказать не сразу, но входишь в поток, пошел, и оно как-то, знаете, само, так сказать, само проявляется. Я кое-что там прочитаю, стихотворений довольно-таки много у меня, кое-что расскажу по памяти. Кстати, как я музыку сочиняю, это тоже отдельная передача. Так, где надо посмотреть? Надо посмотреть не здесь, а надо посмотреть в заметках. Вот такая штучка, как заметки. Тут я все это, свои стихотворения, сюда я записываю. Если заметки куда-то пропадут, стихи исчезнут. Мои стихи исчезнут. Надо, знаете, еще иметь такой довольно-таки большой словарный запас. То есть у вас должен быть довольно-таки широкий кругозор. Как только у вас широкий кругозор, вот я вам часто там и песни Высоцкого и других людей там не пою, там в стихотворной форме рассказываю. Более того, смотрите, по заказу, то есть мне было интересно, так как я делаю YouTube-канал, захотелось на каждый месяц сочинить стихотворение. Ну, давайте, что тут выскочило первое. Ноябрь. Похолодало, лист опал, дожди идут и непогода. Закончен лето-карнавал, ноябрь настал, такое время года. Это где-то тут, наверное, по Маяковскому. А вот декабрь. Мороз и солнце, воздух звонок, и тишина кругом стоит. Скрипит снежок, зима настала, декабрь об этом говорит. Видите, такие интересные слова, как будто чеканим. Про август. А вот и август настает, жара немного достает, созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. Поход собрался, так иди, рюкзак с собой не бери, доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчался по росе и подивись вокруг красе. С утра промчися по России и подивись вокруг красе. Краса, что лето подарила и вас загаром наградила. Ну, вот такой не совсем этот. Июльский полдень требует доработки. То есть я какие-то фразы взял и дальше думаю развить, но пока к ним не подобрался. В июльский полдень летом жарким блистает солнышко вверху.
А вот как раз законченное стихотворение. И самое интересное еще, у меня стихотворения такие, знаете, жизнеутверждающие. То есть они поднимают энергетику. Вы, но если у вас сами не можете что-то там сочинить, сделать, берите мое, читайте. Вы невольно попадете вот в те энергетические пласты, в которых нахожусь я. И вы почувствуете, что у вас пошла какая-то подпитка, у вас пошла энергетика, у вас пошло какое-то оздоровление, у вас пошел движняк по жизни, у вас налаживается вообще жизнь. Жизнь стала веселее, жизнь стала интереснее. Итак, сияет солнце над водою, и лучики искрят глаза. Так хорошо, что есть такое, и в этом мире мы, друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует. Ведь в этом мире я и ты, в избытке силы обновления, познавший радость и любовь, в простом ты видишь все творение, и к новой жизни ты готов. Прекрасно, прекрасно. Старайтесь вот так вот, будем говорить, как-то сочинять. Вот сели такое настроение, и какое-то слово, фразу зацепились, и давай немножечко ее, так сказать, распутывать. И глядишь, сознание начинает вам подбрасывать фразы, слова, как-то все начинает стыковаться, и у вас получается стихотворение. Вот, например, про март стишок. Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезды вить, растить потомство, а пока любви наставшая пора дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. Видите, как интересно, интересно. Про февраль, да, про февраль такое большое стихотворение. Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки подсыпать готов, но к холодам уже привыкли. Зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас. Зима закончится сейчас. Томлением полна душа, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка зима. И, кстати, вот я вам читаю стихи, и вроде как, видите, я какой-то раскрепощенный. На самом деле я был довольно-таки закомплексованным малым, тем более, что у меня в 7 лет появились вот эти вот белые пятна от испуга. Было довольно-таки сильное стеснение. Но потихоньку-полегоньку, опять-таки, все вот эти вот твои несовершенства, это ты на них акцентируешься. А окружающие особо так не обращают внимания. Хотя есть люди, конечно, там спросишь, что это такое, то все. Тем не менее, и вот читать, знаете, опять-таки, очень важно открыться пространству. Если ты открываешься пространству, в тебя начинают втекать и энергия, и творческие силы. Например, когда я ходил по парку зимой, у меня родилось такое стихотворение. «Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет, снова чисто, снова ново, и душа запечет». Петь готова про любовь и красоту, нежность, силу, доброту. Все, что в небо увлекает и с Творцом соединяет. Ах, 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 да Генеша, ай да молодец. Какие слова, понимаете, слова. Очень важно, что у меня подбираются такие слова, которые тебя окружают положительной энергетикой, которые тебя возвышают, а не тянут куда-то там, как это, мрачняк, туда-сюда. Вот это вот надо понимать. Вы можете сами генерировать, можете, будем говорить, ну, воспользуйтесь моими стихами, читайте. Стихи самые различные, самые. Ностальгические, не ностальгические. Вот еще, например, вариант «Наяву или во сне».
или наяву, или во сне, скорее где-то между ними, я вижу птицу на плече и слышу шепот ее мне. Жди изменения в судьбе. Твои слова, дела и мысли, пределы, что отведены, ах, я ж дрожу, уже наполнены, созрели, оформились в прекрасный плод, и вас награда суда ждет. Есть стихи, так сказать, пророческие. Есть, конечно, смешные и так далее. И вот, наконец-таки, мы с вами переходим к стихам, которые ложатся, ну, будем говорить, как бы, на музыку. То есть стихи, с которых можно сделать песню. Новогоднюю вы, наверное, уже слышали. Немножечко про весну и цветущий абрикос. Вот как я пою. Цветет и пахнет, это вот стихи, которые можно петь. Цветет и пахнет абрикос, весна бушует. Цветет и пахнет абрикос, весна бушует, так и надо. А у меня один вопрос, где ты живешь, моя отрада? Весной, девчонки, как цветы, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Нарядные пахнут и красивые, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Их платье словно васильки, их платье словно лепестки. И голову мою волнуют, та-да-та-та-дам, да-да-да. К тебе смело подойду, смущение... К тебе смело подойду, смущение плача за... К тебе смело подойду, смущение пряча за улыбкой, и за руку тебя возьму, в глаза твои я загляну, это будет не ошибкой, цветет и пахнет абрикос. Великолепно, великолепно. Я вам кое-что рассказал, да. А теперь вот такие стихотворения. Это когда вы настолько в эту тему стихотворную проникните. Естественно, желательно, чтобы у вас была энергетика. То есть для того, чтобы, это мое мнение, войти в те творческие пласты, где все вот это имеется, должна быть довольно-таки мощная энергетика. И вот как только у вас это появится, и вы настроены на, допустим, на стихотворчество, у вас могут просто стихи рождаться сами собой. Буквально так они спускаются, и вы их только записываете. Ну вот, например, «Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры, оно во мне, я это знаю, чудесной дивной красоты, оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню». Это же можно стихотворение переложить и на песню. «Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры, оно во мне, я это знаю, чудесной дивной красоты, оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится». То есть не стесняйте. Никто вас не похвалит, кроме самого себя. Все норовят так и сказать, что ты, мол, такой-сякой, этакий, неумытый и прочее-прочее. Возвышайте себя. Возвышайте. Это очень непростое занятие — возвысить себя. Но буквально, как и я здесь вырос, вот в этой глуши, в диком поле, Камень-Шахтинский. Хороший городишко. Речка там, Северский Донец. Ну, люди особо ни в стихах, ни в чем там таким, не это. Кстати, я еще и скульптор. Я в детстве лепил там разного рода динозавров, и мне даже сделали персональную
выставку в библиотеке. Ну, родители, особенно отец, как-то не совсем адекватно увлечение своего сына это восприняли. Он говорил, ну, я отец механик, я электрик, а ты не поймешь, кто такой. Так вот, очень важно, чтобы вы были сами собой. Итак, я вам рассказал, значит, как вот сочиняются стихи. Вот, сели, желательно действительно уединение, чтобы было, чтобы вам особо никто там не мешал, и так раз, и кое-что там записали, потому что быстро бывает, приходят, вот очень хорошо с телефоном, вы там, допустим, идете, особенно хорошо сочиняется это в движении, вот вы на природе, пошли, что-то глянули, ага, пошли какие-то мысли, и так раз, и записали вот это вот, то, что вам пришло в стихотворной форме. Потом это можно доработать. Естественно, чтобы вас никто особо там не сбивал какими-то этими меркантильными разговорами. А потом дальше можно что-то там досочинять. Выбирайте фразы, которые вам как-то западают. Ага, фраза, смотрите, можно интересная фраза, которую можно там развить дальше. Ну, например, мама рулит в красном авто. Я и братишка смотрим в окно. И, кстати, вначале не надо там какое-то такое, знаете, большое стихотворение сочинять, там, пытаться. Буквально такие вот где-то двухстишье, четверостишье, чтоб как-то она это у вас сделалась. Значит, про стихи я сказал. Про стихи, которые можно к песням, я тоже сказал. То есть практически любой стих можно, главное его прочувствовать и спеть. Ну вот, например, одно из моих этих стихотворений, которое я читал, я попробую сейчас его напеть. А там остается только музыку подложить. Вот если бы я был музыкант там настоящим, я бы все это дело, я так слышу, что надо, дум-дум-трум-бум куда-то. Ну, например. Я окна настежь открываю, и словно стаю белых птиц свои мечты я выпускаю в тот мир, где солнце и луна свои лучи соединили, где облака, как паруса, и где хранится образ милый. И пусть судьба мне скажет «да», пусть снова юность возвратится в мои года к моим друзьям и ту любовь, что только снится. А, мурашки побежали, видите? То есть, как ты преподашь эти стихи? Учитесь, учитесь заводить себя. А насыщать энергетикой, насыщать положительными эмоциями. И вот, знаете, вот в такой вот, как бы сказать, окружении, вот в таком окружении жить с выдумкой. Так, о том, что стихи могут спускаться, если вы на это дело настроитесь, то у вас пойдут вот даже такие. То есть, до вас соизволят спуститься очень мощные творческие силы, очень мощные. Главное, это доверие их оправдать. У меня вот не получалось. Ну, вроде как я потихонечку наращиваю. И вы видите результат. Так, память. И когда вы вот сочиняете, работаете со словом, у вас лучше будет и с памятью. И вот, допустим, тот же механизм желания и сочинения чего-либо, они как-то начинают, знаете, перекликаться. И вот если вы освоите одно, то у вас сводится и другое. Листаю свою газету и наткнулся на стихи, которые относятся еще к тем временам, когда была программа «Малахов плюс» и потом «Доброго здоровья». Друг программы и мой друг Магомад Хамраев из Узбекистана. Именно он походатайствовал над тем, чтобы мне было присвоено звание академика народной медицины Узбекистана. Такой какой-то, знаете, вот единомышленник. И надо же, он, по-моему, даже младше меня. Нелепейшая смерть. У него так было слабенькое сердце. И вот что-то там под пупком, типа бородавки какой-то там, вскочило. Ну, друзья медики говорят, давай мы сейчас это тебе быстренько это все отрежем под местным
наркозом, и дальше побегишь, даже лежать не будешь. Делают укол наркоза, и все. А перед этим как раз я видел видение, ну не видение, это было наяву, как раз я был на море. Станица Ольгинская, Черное море, вечер был так, ну еще только-только начинался. И стриж, летел стриж, а за ним гнался куршун. И как-то так получилось, вроде бы стриж, более маневренная птица, но, видать, растерялся, и куршун его схватил. И как-то у меня, знаете, неприятно было. И буквально таки, наверное, на следующий день или после, ну где-то так, был звонок, так и так, Магомат умер. И вот в связи с этим я написал вот такое вот стихотворение. «Уходят старые друзья, друзья так близкие по духу, и остается пустота, и сердце щемится в разлуке. Когда мы свидимся теперь, в какой из жизней будем вместе, когда нам Бог откроет дверь, и мы обнимемся, как прежде». Великолепнейший стих. Итак, продолжим наш рассказ о сочинении стихов. Вот я вам хотел сказать, что я в стихотворной форме переделал, вернее, на свой лад, как я посчитал нужным, сделал Солерский кодекс. Солерский кодекс здоровья написан в 14 столетии философом и врачом Арнольдом из Вилановы. На русский язык этот медицинский труд перевел Ю Шульц. Я же попробую его адаптировать для современного человека, дополнить, чтобы он был пригоден и для российских последователей здорового образа жизни. Ну, значит, моя-то справка немножечко, что это-то такое. Солерская врачебная школа, первая медицинская школа в Западной Европе, возникшая в городе Салерно, Италия, в 9 веке. Она на протяжении ряда столетий является хранительницей античной медицины. Последовательность и переход знаний. Ну, вот тут гравюра Солерской врачебной школы. Итак, я вам рассказываю, вот, как я это делал. Итак, было написано, первая школа Солерская так королю англичан написала: «Если ты хочешь здоровье вернуть и не ведать болезней, тягостей, забот отгони, и считай недостойным сердиться. Скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным бодрствовать после еды, полуденного сна избегая. Долго мочу не держи, не насилуй потугами стула. Будешь за этим следить, проживешь ты долго на свете. Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими трое. Веселый характер, покой и умеренность в пище». Вот так это было приведено со средневекового этого трактата. Я же, значит, подумал и поставил себе задачу, чтобы это было в то же время полезно и в стихотворной форме, плюс некоторые термины незнакомы ни переводчику, неестественно современным людям. Я поэтому решил сделать. Кстати, это все вы можете прочитать, вот я начал этот, в первом номере моей газеты за 2013 год. Итак, а что ж я, как я переложил? Первое. Здоровье, да, ты можешь приумножить или сжечь, ведя определенный образ жизни. Гони заботы прочь, да и сердиться нету оснований. Коль жизнь урок, так ты ему внимай и только пользу извлекай. Сердится лишь глупец, не понимая данного урока. Обедай скромно, пищей простой. Не пропускай момента насыщения. Спиртную в праздник и чуть-чуть. После еды ты лучше походи, чтоб полным было усвоение пищи. Лишь зуб почувствуешь, опорожняйся смело, и будет чистым твое тело. Ха, как подобрал рифму. Рекомендации просты, но добавляют к жизни месяцы и годы. Ведь лучшие твои врачи – веселый нрав, спокойствие и меры чувства. Ха,
Ну, второе. Значит, второе было вот так вот, в оригинале. «Руки, проснувшись, омой, и глаза холодной водой. В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя члены свои. Причешись и зубы почисти. Все это ум укрепляет и силу вливает в прочие члены. Ванну прими, а поев, походи или постой. Охлаждение бойся. Источника гладь и трава глазам утешение. Утром на горы свой взор обрати, а под вечер на воды». Ну вот так, видите, тут никакой рифмы, ничего не было. Ну вот я попробовал, что у меня вышло. «Природой правят ритмы, дающие всем жизнь и силу. Коль встанешь солнцем, почувствуешь ты их. Умойся, а лучше облейся прохладную водою. И это бодрости придаст на день вперед. И сразу разотри себя махровой простынею. Потом зарядка, тело упражнение. Теперь ты можешь пищу принимать, а после пешую прогулку делать. И помни, зелень трав и листьев для укрепления глаз. Взор утром вверх и вдаль к приобретению сил и возвышению духа. Под вечер гладь воды ты созерцай, чтоб сон спокойным был и восстанавливались силы». Ну вот так вот. Как вы, так сказать, это ну, целая, так сказать, научная работа, в которой помимо рифмы надо подобрать слова, смысл, чтобы все это вот так вот читалось. Ну вот, короче, я вам продемонстрировал свои стихотворные умения. Ну а там уж вы оцените сами.